Kawasaki VN750 Vulcan – мотоцикл, оставивший след в истории. Он занял свое почетное место в знаменитой линейке вулканов. И к тому же за долгие годы своего выпуска позволил концерну Kawasaki набраться опыта в производстве круизеров. Именно эта модель с боем взяла плацдарм международного рынка мотоциклов этого класса, дав возможность своим последователям закрепить успех. Шутка ли, впервые выпущенный в 1984 году, этот мотоцикл производился вплоть до 2006 года, то есть 22 года. При этом с 1995 года в салоны поступила следующая версия – Kawasaki Vulcan 800, но старичка при этом с конвейера не сняли. Примечательный факт, за всю свою долгую жизнь Vulcan 750 не претерпел каких-либо существенных изменений ни в конструкции, ни во внешнем виде. Конечно, круизеры в принципе являются самым приверженным традициям и архаичным направлением в мотостроении, но то, что спроектированный в начале 80-х годов прошлого века байк успешно продавался спустя 30 лет, говорит о многом. VN750 – настоящий ветеран дорог, мощный, железный, привлекательный внешне и при этом не копирующий американский стиль подчистую, как это порой случалось с другими моделями. Если оценить внешность Kawasaki Vulcan 750, то можно заметить, что он кажется более коротким и высоким, чем большинство других круизеров следующей концепции Long and Low – длинный и низкий. Небольшой угол наклона вилки, благодаря которому VN750 так великолепно управляется, больше напоминает классик, нежели чоппер. А на цилиндрах двигателя отсутствует модное нынче фальшивое оребрение, имитирующее честный мотор воздушного охлаждения. Впрочем, VN750 на свой мотор жаловаться грех. Этот мотоцикл – первый выпущенный компанией Kawasaki Cruiser, и, возможно, из-за отсутствия опыта, мотор его, разработанный с нуля, получился очень мощным и достаточно высокооборотистым по меркам класса. В этот вид жидкостного охлаждения способен выдавать 66 лошадиных сил и 65 ньютон-метров крутящего момента, что больше, чем у всех конкурентов сходной кубатуры, вроде Honda Shadow и Suzuki Intruder 750. Правда, справедливости ради можно заметить, что карданная передача отъедает часть передаваемой на заднее колесо мощности. В целом, Kawasaki Vulcan 750 прост и даже архаичен, но это по нынешним меркам. А для своего времени он был очень хорош. Стальная трубчатая рама, надежный мотор с чудовищной тягой на низах, пятиступенчатая коробка передач. Даже на более свежих Kawasaki Vulcan 1500 первых поколений стояли четырехступенчатые. Практически вечный карданный привод. Пара кейхеновских карбюраторов вкупе со стильной, брутальной, агрессивной и в то же время классической внешностью принесли ему успех. Впрочем, мотор еще не все. Kawasaki Vulcan 750 еще и сказочно управляется, что является заслугой низкого центра тяжести, благодаря которому почти не чувствуется 220 кг сухой массы и не слишком наклоненной и не слишком длинной вилки. Управляется VN750 не хуже какого-нибудь классика, вроде Honda CB750. Передние тормоза его тоже хороши, целых два диска.
а вот на заднем колесе установлен почти бесполезный барабан. Впрочем, это простительно для столь старой модели. Подвески, конечно, архаичны до нельзя, и при езде по плохому асфальту вызывают стойкую ассоциацию с деревенской телегой. Зато их жесткость играет на руку при резких маневрах, которые Kawasaki Vulcan 750 вполне по плечу. Впрочем, этот мотоцикл отлично себя чувствует не только в городе, но и в дальних поездках. Удобное сиденье и роскошная посадка позволяют преодолевать многие сотни километров, не напрягаясь и останавливаясь только на дозаправку. К слову, в бензобак VN 750 влезает 13,5 литров. А расходует он в умеренном темпе езды около 5 литров на сотню. Ну что ж, вот и стало понятно, почему Kawasaki Vulcan 750 пользовался такой огромной популярностью. Все слагаемые успеха налицо. Мощный мотор, надежная конструкция, никогда не стареющий стиль и адекватная цена в годы продажи. Кроме того, эту модель по достоинству оценят чиперисты, которые любят покрутить ручку. Жесткие информативные подвески в сочетании с мотором, способным разогнать VN 750 до 200 км в час, дадут возможность выжать побольше адреналина.